раз 100, наверное, как я плакал при нем. Его что-то не устроило, просто не знаю об этом случае, догадываюсь, что что-то там произошло, что его, видимо, не устраивало. Вот именно он... в Омске у него был прям концерт такой был, но ему не понравился голос такой, звук был такой. Ну вот он про это иногда, вы не помните про этот звук? Ой, столько было таких штучек, таких. Но в основном они были смешные, и все, что с нами происходило, это, конечно, через смех сквозь слезы, потому что он был, ну, необычайным какими-то там. Такие ситуации, они даже необъяснимы.